Вообще рада, что вы приехали, несмотря на снег, несмотря на препятствия, вы все равно добрались. Спасибо за вашу верность. И также я хочу поприветствовать нашу интернациональную церковь, те, которые смотрят нас по интернету. Спасибо за то, что вы с нами. Для нас это очень много значит. И вы наша часть. Я верю, что мы будем вместе с вами входить в то, что Бог нас призвал. Аминь. Вместе. Потому что до Бога... Неважное расстояние, для него нет расстояния, для него нет километров. Вот, мы все как одно тело будем во что-то очень большое входить. И сегодня я хотела поговорить на одну тему. Я считаю, что эта тема одна из самых нераскрытых тем нашего поколения. Потому что если бы это было бы так, мы бы давно уже перешли в другое измерение и жили уже совсем, знаете, в другом, наверное, ходили бы намного в большей силе, намного в больших чудесах, чем мы ходим сейчас. И я знаю, что дьявол очень боится этой темы, потому что эта тема требует от тебя всего, посвящения. Это полностью отдача, твоей полной отдачи. И тема будет называться «Великая тайна невесты». Мы сегодня поговорим вообще о невесте последнего времени и кого Бог вообще поднимает в последнее время. Я знаю, мы слышали разные, как были разные темы там и сям, как бы... Но когда я начала просто идти в это и изучать вообще досконально, я просто была шокирована, сколько вообще много информации, сколько вообще Библия говорит об этом. И главное — научиться читать между строками. Почему-то Иисус прямо нигде о невесте не говорит, да? И всех всегда вопрос, люди, которые как бы близко с Богом не общаются, ты спроси, ты вообще, ты невеста? Они на тебя круглые глаза делают и говорят, какая невеста, я даже не знаю точно, если я спасен. О какой невесте вообще может говориться? Вот. И я верю, что мы вошли с вами в новый сезон, в 2012 год, которого мы так очень сильно долго ждали, выживали через все вот эти вот предыдущие года. И это поколение будет, это люди этого поколения будут иметь совсем другой менталитет. Они будут мыслить по-другому, они будут смотреть на вещи по-другому, они будут понимать по-другому, и в то же самое время они будут непоняты. И это будет, наверное, самая большая цена. Вы вообще готовы быть всем непоняты? Знаете, у нас сейчас в церквях все перевернуто. Мы гонимся за популярностью, мы гонимся за признаниями, мы не можем поделить власть, мы не можем, знаете, мы пытаемся себя как-то высветить, чтобы вот там я в пасторской команде, или там вот мой лидер там вот такой-то, знаете, мы гремим вот этими погонами, и мы вообще упускаем самое главное. А у Бога вообще все наоборот. Бог в это время, Он не поднимает сейчас каких-то личностей, Он не поднимает имена, Он не поднимает каких-то отдельных лидеров. Подниматься будет тело, подниматься будет церковь Иисуса Христа. Аминь. И неважно, если ты, не знаю, Петя с седьмого ряда, с пятой лавочки, или ты пастырь, или ты лидер, неважно, кто ты, мы все у Бога на одинаком уровне. Кому-то Он доверил больше, кому-то Он доверил меньше, но главное нам понять свою роль. Вообще, для чего ты родился, для чего ты здесь? И, вы знаете, я верю, что это поколение Иоанна Крестителя. Знаете почему? Смотрите. Я просто, когда изучала немножко жизнь Иоанна Крестителя, мне очень его жизнь как бы понравилась. И я говорю, Господь, в принципе, я хочу этим быть. И Бог сказал, что именно это поколение, оно будет похоже на Иоанна Крестителя. Смотрите, вся роль Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы приготовить его поколение для прихода Иисуса Христа. Да? Он начал кричать, покайтесь, поменяйте свое мышление, измените свои пути, креститесь. То есть он призывал, он делал все возможное, чтобы подготовить почву, чтобы подготовить людей, чтобы Иисус уже пришел, и люди были готовы принимать его слово.
Поэтому поколение нашего времени, мы, это наша роль, подготовить мир для второго прихода Иисуса Христа. Сделать все возможное, чтобы и когда Иисус пришел сюда, Он нашел свою невесту готовой. Чтобы больше людей, знаете, захватить в рай, чтобы больше людей захватить в царство, чем послать в ад. Это наша роль. И смотрите дальше, что мне очень нравится об Иоанне Крестителе. Когда Иисус пришел на землю, когда поднялось его служение, да, вы заметили, что все, даже многие ученики Иоанна Крестителя, они перешли к Иисусу. Те, которые ранее, помните, сколько какая толпа рвалась к Иоанну Крестителю, все бежали к нему креститься. Это был человек вообще не такой, как все, он был такой интересный, у него были такие мысли. Сначала все шли за ним, но когда пришел Иисус, уже внимание потихонечку начало отходить от Иоанна Крестителя, и все эти люди, они начали бежать к Иисусу. И самое интересное, что Иоанн Креститель, он не стал завидовать, он не стал перетягивать своих учеников обратно, сказать: я не понял, тут ты разрушаешь мое служение, у меня тут было тут влияние, у меня тут были люди, как ты посмел воровать моих людей? Знаете, Иоанн Креститель, он был настолько смиренным человеком, он знал свою роль, что он пришел лишь на некоторое время подготовить этих людей и как бы сойти со сцены и отдать все внимание Иисусу. И я верю, что вот именно вот эти люди, вот такого духа, которые не будут привлекать все внимание на себя, они ради того, чтобы прославить Иисуса, они ради того, чтобы прославить жениха. Для этого и рождаются все служения, для этого Бог нам и дает дары, чтобы это использовать как инструмент, чтобы привести людей в Его Царство, а не для того, чтобы сказать: посмотри, какой я помазанный, посмотри, как Бог меня поднял, смотри, как я махну рукой, и ползало упадет. Это смешно, но это плакать хочется, и смешно, знаете, и смех, и грех, как говорится. Хочется плакать от этого, потому что это то, чем занимается церковь последнего времени. Мы привлекаем внимание на себя. Мы вообще не выполняем ту роль, для чего мы вообще рождены. Я просто верю, что Бог начнет менять это поколение, начнет мышление вообще наше менять. Мы понимаем, что мы здесь вообще не ради себя. То, что ты можешь пророчествовать, или то, что у тебя там еще какой-то дар, это не для тебя, чтобы тебя поднять на пьедестал. Это чтобы привлечь к Богу. Мы проводники, то есть поколение Иоанна Крестителя. Просто я хочу быть этим духом, я хочу ходить в этом духе. И еще что, как бы грустно, почему мы не ходим именно в том, в чем мы должны ходить. Знаете, какое самое любимое место Писания у христиан нашего времени? Вообще, я вот сколько вот в харизматии росла, еще вот, наверное, с ребенком вот была. И знаете, всегда любимое Писание — это Иоанна 3:16, да, всегда? Ибо так, золотой стишок, да? Даже в воскресной школе его все и учат. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и так далее, да? И вот мы думаем, что весь смысл Библии заключается в этом стихе, чтобы Иисус пришел и искупил все человечество. Да, это правда, но это еще далеко не все. Это только начало всего. Но знаете, христиане, они останавливаются на этом. Все, мы спаслись, мы освободились, и все, ждем пришествия Иисуса Христа, и мы будем ходить на проповеди и слушать, как пастырь нас будет учить. Но знаете, те люди, которые идут глубже, те люди, которые начинают задавать вопрос: Господь, а что же дальше? Это же ведь не все. Они начинают понимать, что в принципе вся Библия, весь смысл Библии построен на свадьбе Иисуса Христа с Его невестой. Смотрите, от бытия. Начнем с бытия, да? Бог творит Адама, творит Еву, да? Он творит семью. Для чего? Ему хочется с кем-то общаться. Весь смысл вообще земли и существования человечества — Бог хочет иметь семью. Это, наверное, христианство первый класс, мы все это знаем, да? И смотрите, через всю Библию дальше Бог говорит, дальше происходят разные события. И заканчивается, опять же, откровением, где дух и невеста говорят: «Приди». Опять заканчивается тем, что невеста ждет жениха. Начинается с жениха невеста и заканчивается жениха с невестой. Это был самый первоначальный план. Но в процессе этого, да, нужно было вернуть обратно человечество. Нужно опять, люди ударились там в идолопоклонство, начали набираться этими бесами, начали загрязняться. И Бог пытается тебя вытащить, Бог тебя пытается вернуть в оригинал. Для чего я тебя вообще создал? Мне не нужны никакие твои служения, мне не нужна твоя работа, мне нужен просто ты. Потому что будет свадьба, все небо готовится к свадьбе, и Иисусу нужна чистая и беспорочная, непорочная невеста. И вот сегодня мы немножко приоткроем, как бы немножко этот занавес.
вообще, это такая тема, я начал разбирать, тут на месяца не хватит, чтобы вообще переговорить все эти детали о невесте, кто она такая, что она в себя включает. Поэтому, к сожалению, мы сегодня коснемся только как бы самой главной, наверное, самой главной черты. Заметьте, я сразу хочу вам сказать, что статус невесты не определяется твоим полом, окей? Это не значит, что невеста — это только женщина в белом платье. Мы уже об этом говорили, да? Статус невесты определяется твоим близким знанием жениха. Насколько близко ты его знаешь, насколько он тебе может доверять, насколько он делится интимными секретами с тобой. Почему ты иногда слушаешь некоторых людей и рот раскрываешь? У них такие откровения. Откуда они все это знают? Да потому что они развили такие близкие отношения с Богом, что он начинает такие вещи им вкладывать, где ты нигде не прочитаешь и нигде ты не услышишь их. Вот в этом и заключается. Вот кто невеста. Это знание сердца своего Бога, знание сердца своего жениха, а не просто девушка в белом наряде. Итак, дальше. Еще одну вещь интересную я заметила, что, и вы, наверное, тоже это заметили, все сверхъестественные вещи Бог делает естественным образом. Например, когда мы отдаем жизнь Богу, да, мы читаем молитву покаяния, и мы переходим сразу от жизни, вернее, из смерти в жизнь. Мы видим, как этот процесс происходит, да? На самом деле в духовном мире это сверхъестественный процесс. Вот ты был в аду, ты был в смерти, вдруг ты теперь в жизни. На самом деле это все происходит спокойно, натурально. Ты просто принял Иисуса как бы в свое сердце словами и верой, да? Дальше. Мы видим, как мы получаем Духа Святого, да? Когда вот те, кто на энкаунтере были, те, кто получали Духа Святого, все, что мы делаем, мы начинаем просить Бога, мы открываем свой рот, просто просим Духа Святого, и откуда-то непонятным образом приходят какие-то языки, приходит что-то непонятное. Опять, это сверхъестественная вещь, пришла естественным образом. И так же самое изгнание бесов, да? Мы же не видим, как эти бесы по-настоящему выходим, но мы закрываем двери, мы отрекаемся, и по какой-то причине эти, как бы, эти демоны, они выходят опять сверхъестественно, естественным образом. Не приходит там какой-то ангел и с палкой начинает их выбивать. Нет, мы это делаем сами естественно. Из-за этого часто у нас начинает глючить, знаете, мы начинаем сомневаться, если что-то Бог начинает делать, как-то двигаться. И это настолько происходит все естественно, настолько это все как бы натурально, что мы начинаем ставить под вопрос, а вообще это Бог был или нет? Я думал, вот сейчас там небо разорвется, там молнии сойдут, и сейчас что-то начнет происходить. Но все происходит натурально. И я начала еще изучать одну сторону, очень интересную, поэтому я очень сильно хочу поделиться с вами. Честно сказать, я не могла дождаться этого воскресенья, потому что... Я когда это узнала, я настолько меня это взволновало, думаю, мен, люди должны это знать. Люди, если кто-то не знает, это нужно знать, потому что вам это очень поможет. Я начала изучать, знаете, древние обычаи евреев, их свадебный обряд, как проходили у них свадьбы. Это не то, что вот как у нас свадьбы там, ну, знаете, день, неверующие иногда люди, они два дня гуляют, там три дня свадьбы делают. То есть у евреев это был целый процесс, знаете, из обряд, другой обряд, третий обряд. И я вообще просто начала изучать, я была в шоке. Господь, я настолько увидела яркую параллель в том, как и то же самое в духовном мире делает Иисус с нами. Его отношение то же самое к нам, к невесте, как именно в натуральном у евреев в обрядах. Вот сейчас вы поймете. Смотрите. Итак, первый шаг, что евреи делали? Самый первый шаг. Это свадебного обряда был выбор невесты. Okay? Это делалось отцом жениха, то есть отец выбирал жениху невесту, и он посылал с этим своего доверенного слугу. Вспомним Авраама, Ревеку, да? Он послал слугу, то есть нашли невесту Исааку. И смотрите, то же самое Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Он сказал: «Не вы избрали меня, а я избрал вас сам и дал вам работу, так идите и плодоносите». Смотрите, Бог уже выбрал тебя. Знаете, как смешно в его глазах смотрится, когда мы пытаемся заработать его любовь. Вот мы пытаемся там добрые дела сделать, там служить там 6 дней в неделю, знаете, и мы думаем, что мы от этого становимся духовнее, что Бог нас начинает от этого еще больше любить, и мы думаем, что у нас как бы повышается статус в глазах Бога, когда мы всем этим занимаемся. А на самом деле все, что мы делаем, мы просто занимаемся ерундой, знаете, и пытаемся впечатлить людей вокруг себя.
Богу как бы это вообще все равно. Он не сможет тебя любить уже больше, чем он любит тебя. Потому что еще до того, как мы родились, еще до того, как нас вообще в проекте не было, он уже знал нас, он уже полюбил нас со всеми нашими провалами, заморочками, со всеми нашими ошибками, и также и хорошими. Он уже любил нас, и он уже выбрал тебя. И если ты сидишь здесь, на этой лавочке, ты здесь абсолютно не случайно сидишь. Ты думаешь, ты случайно там услышал диск, ты случайно услышал проповедь, но он уже запланировал, чтобы было, и ты сам, не понимая как, очутился здесь. И ты слышишь информацию, которая меняет тебя, которая трансформирует тебя, потому что он уже выбрал тебя. И знаете, нам очень трудно так это принять иногда. Мы всегда пытаемся заработать любовь Бога, мы пытаемся сами меняться над собой, пытаемся там характер сами свой изменить. И почему-то мы всегда это проваливаем в этом. Мы не можем сами себя поменять. Я это пробовала 100 раз. Кто-нибудь пробовал из вас сам поменять свой характер? И сколько из вас удалось именно на 100% это сделать? Знаете, у меня история такая вспоминается. Может, кто-то слышал ее. У одного знаменитого скульптора один раз спросили. Знаете, скульптор, он делает такие красивые очень статуи из мрамора. И вот он вылепил такого красивого-красивого такого коня. И его спросили, вот как ты из этого грубого куска камня, как ты мог вылепить такого красавца, такого красивейшего коня? И знаете, что скульптор ответил? Он сказал, ты знаешь, этот конь уже давно был там. Я просто взял и отрезал все лишнее. Настолько просто. И то же самое я поняла, настолько Бог так же само нас видит. Со всеми твоими какими-то колючками, со всеми какими-то ошибками. Ты уже совершенство, он там. И когда мы просто входим в его присутствие, оно начинает само менять. Этот шлак, он начинает весь отлетать от нас постепенно. И ты начинаешь сам удивляться. Вау, откуда во мне? Я не знал, что я это могу делать. Я не знал, что я на такое способен. Я имею в виду в хорошем смысле. Я не знал, что я могу там, что у меня такие дары. Потому что этот шлак, он постепенно отлетает от тебя. Его присутствие, этот шлак, он убирает. И ты становишься оригиналом, тем, которым ты был призван. Поэтому просто прими себя такой, какой ты есть. И просто не перестань сам себя менять. У тебя не получится, а беги в его присутствие. А просто общайся с ним, и ты из этого будешь выходить другим человеком. Итак, первый шаг у них был выбор невесты. Так же самое Иисус выбрал нас, когда мы его даже и не знали. Второй шаг у них был. Вносилась цена за невесту. То есть в древние библейские времена невесты покупались. Вот, за них платили деньги. Слава Богу, что мы не живем в то время. Да. Для чего это делалось? Во-первых, отец невесты, он терял рабочую силу, и поэтому жених должен был как бы компенсировать его за то, что как бы у него забрали как бы работника, работницу. И во-вторых, цена жениха показывала, насколько сильно он любит невесту. То есть чем больше он за нее давал денег, тем больше показывалась его любовь к ней. И опять же, смотрите, это же самое, что делал Иисус. Он заплатил нас за нас собой, да? Я просто, когда вот только в это начала вдуматься, да, мы уже привыкли к этой мысли, да, ну Иисус умер за наши грехи, он там умер на кресте, и мы благодарим. Ну вообще мы не понимаем смысл всего этого. Представь, сам Бог, он не пожертвовал ради нас там легионов ангелов, окей? Он не дал там еще какое-то существо в жертву, но сам Бог, он пришел, он умер за тебя. Это я когда просто начинаю как бы, ну, думать об этом, это взрывает мой мозг. Говорю, Господь, за что ты меня вообще так любишь? Почему ты меня так любишь, что ты сам? Он подвергся самым зверским пыткам, которые можно только, не знаю, придумать, которые можно только вообразить. Сам Бог. И все это он чувствовал физически. У него не было там забрана боль. Он все это переносил. Вот эти самые зверские, говорю, Господь, почему? Я вообще не заслуживаю даже и капли, говорю, в твоей крови, капли твоего пота, тем, что иногда, знаете, вытворяем мы иногда с ним. И просто Бог сказал, а тебе не нужно это понимать, тебе нужно это просто принимать. Просто прими и живи спокойно. Это не твое дело понимать. Вот. Поэтому шаг номер 2, то есть вносилась цена за невесту, то, что сделал Иисус за нас. Третье. Когда невесту купили, шла помолвка. По-английски это слово называется betrothal. Вот. Это немножко похоже на нашу церемонию, то есть собирались родственники, друзья, они отмечали этот праздник. Но у евреев это шло намного глубже. Там жених и невеста уже подписывали легальный контракт, брачный контракт, и они давали обещания друг другу. То есть легально они уже были мужем и женой, за исключением у них не было просто физической близости.
Но невеста, она уже имела полное право на имущество жениха, на все, что он имел. Смотрите, опять я вижу эту яркую очень параллель, то же самое, что Бог сделал нам. Как только мы, как только нас выбрали, за нас внеслась цена, то есть мы приняли, мы сразу же получаем легальные права, мы получаем ключи. Помните, Иисус дал ключи? Он сказал, что я вам даю ключи, ключи церкви у нас. Вот, поэтому нам нужно поменять свое мышление. Окей, Господь, если это было у евреев, то есть веришь ты, не веришь, понимаешь, но это закон. И закон не закон, ничто не поменяет твой закон. Твое незнание закона не меняет. И нам нужно просто вбить в себя эту голову. Я имею право на все, что Иисус нам обещал. Почему мы иногда сомневаемся? Почему мы не уверены в себе? Знаете, дьявол, он пользуется нашим незнанием. Потому что мы не знаем, и у нас приходят сомнения. Да кто я такой? Да я не имею права. Да я ошибся. Да я пролетел. Да я опять напортачил. Мне нужно восстанавливаться. Мне нужно просить прощения. Мне нужно завоевывать. И вот такая вот, знаете, такой, мы занимаемся всю жизнь этим обманом, и мы сидим в той же самой луже, знаете, годами, и мы не можем никуда выбраться, потому что мы не знаем своих прав. Неважно, контракт подписанный, и пока ты меняешься, пока ты хочешь двигаться, этот контракт ничего не, он не меняется. Итак, третье. Просто нам нужно понять, что нам дана власть. Мы имеем делать то же самое, что делал Иисус. Молиться, изгонять бесов, каждый из нас. Не только твой лидер, не только пастырь, каждый из нас может иметь право и идти менять все вокруг себя. Четвертое. Четвертый шаг, который шел за этим. Невеста получает подарки от жениха. То есть он на этом празднике отдает ей еще и подарки. То есть, опять же, вспомните Авраама, Ревеку, да, он одарил там ей кучу там золотых украшений, там кольца, там браслеты. А какой подарок нам оставил Иисус? Дух Святой, правильно. Да, смотрите, опять яркая параллель. Я просто в шоке, насколько вообще все так вот, все точка в точку. Иисус нам оставляет, Иисус наш жених, он умирает и воскрешает, и оставляет вместо нас себе подарок. Подарок оставлялся невесте для напоминания о женихе, чтобы когда она смотрела там на это кольцо или украшение, она вспоминала, что есть тот, кто вернется за мной, есть тот, который любит меня, есть тот, который живет ради меня. И вот для этого Дух Святой нам, как невесте, он был оставленный, потому что мы, в принципе, мы сами, мы как бы на энкаунтере, мы очень тему, ну, как бы часто об этой теме говорим, для чего нам вообще Дух Святой. Это, во-первых, это наш самый ближайший партнер, пока нету Иисуса. И Дух Святой, он как никто знает сердце Отца. Если ты хочешь знать сердце Отца, ты должен сразу бежать к Духу Святому. Дух Святой, открой мне сердце Отца. Дух Святой, открой мне его характер. Дух Святой — это тот, который вводит тебя в духовные сферы, показывает тебе даже эти же самые видения, показывает тебе трансы, вернее, вводит в тебя в трансы, дает тебе вообще мудрости, дает. То есть без Духа Святого мы вообще как маленькие младенцы. Поэтому Иисус, он позаботился о том, чтобы мы не остались здесь беспризорниками, но чтобы был кто-то, чтобы до его возвращения просто был с нами, знаете, помогал нам. Вот, это был шаг номер 4. Следующий шаг – это отъезд жениха, то есть после этого праздника дарятся подарки, они заключают контракты, жених отъезжает, то есть к себе домой, чтобы подготовить дом для будущей жены своей, и в это же самое время невеста, она себя отделяет от всех и готовится к приезду жениха. И вот на этом шаге я хотела немножко больше задержаться. Потому что, как церковь, это тот период, в котором мы с вами сейчас живем. Наш жених сейчас на небе, он готовит нам наши места, готовит нам наши дворцы, так сказать. Вот. А в то время как мы себя, наша задача здесь, отделить себя полностью от этого мира и ждать его прихода, ждать его возвращения и выполнять его поручения. То есть это роль невесты в последнее время. Итак. Смотрите, невеста, она как никто, она знает сердце жениха, да? Она знает, о чем он мечтает, о чем он думает, что его больше всего волнует. И изучая немножко Евангелие, я просто начала задавать Иисусу вопрос. Говорю, Иисус, а что тебя волнует больше всего?
мое ли служение, мое ли призвание, чтобы я там состоялась, что вот тебя волнует сейчас больше всего, о чем ты говорил больше всего, когда ты жил на земле. И я просто начала видеть, что сердце Иисуса всегда было о том, чтобы Царство Отца пришло на землю. Даже вспомните молитву «Отче наш», да, самое первое, о чем он просит, да, «Отче наш». И он, самая первая его просьба: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». То есть это его самое большое горящее желание, чтобы пришло Царство Отца на землю. И я верю, что мы, как раз наша задача — приготовить мир к тому, чтобы это Царство пришло. Но, опять же, смотря на то, в каком состоянии сейчас находится церковь, находится его тело, мы, во-первых, сами не можем понять, что в нас живет царство, не говоря о том, чтобы вынести его другим людям. Перед тем, как оно вообще выйдет наружу из нас и начнет как бы идти в мир, мы должны пройти процесс отделения и очищения. Без этого нам никуда. Вот, поэтому сколько бы мы ни молились: «Господь, да придет Царствие Твое, пусть придет Царство Твое на землю», оно никогда не придет, пока мы будем ожесточаться и пока мы будем гоняться за своими амбициями, пока мы будем жить, знаете, двойными жизнями, пока мы будем жить во лжи, это Царство никогда не придет. Вот. Но в то же самое время я знаю, что есть у Бога верные люди, есть, которые не будут сидеть, которые не будут молчать, которые будут меняться. И знаете, очень часто Бог начинает заводить людей в пустыню. Я вот разговаривала со многими людьми, и многие люди не понимают этого. Говорят: почему у меня такой сезон приходит одиночество? Почему-то вот я оказываюсь в одиночестве. Друзья, которые рядом были со мной, они от меня все поуходили. Или есть, как бы я хожу в церковь, люди вокруг меня, но они меня как будто не замечают. Я начинаю говорить, но они меня не слышат. Мое мнение никто как бы не признает. И люди начинают обижаться на других людей, как бы меня не ценят, знаете, меня здесь не принимают, меня как бы здесь отталкивают. Люди вообще не понимают этого процесса, почему они вошли в этот сезон, и начинают сваливать всю вину на других людей. На самом деле, когда вот приходит вот это чувство одиночества или период одиночества, это период, когда Бог начинает работать в твоем сердце. Это значит, пришел сезон взросления. Бог не хочет, чтобы ты вечно оставался, знаете, духовным ребенком. Духовные дети, они всегда зависят от толпы. Они всегда зависят от тусовки. Им нужно, чтобы всегда была тусовка рядом, чтобы их поддерживали, чтобы их понимали, чтобы было с кем потусоваться. И только так они выживают. Они сами не выживут. И просто когда Бог реально решил взяться за тебя, потому что у него есть для тебя большое будущее, и у него и у Бога есть большие планы на этот мир, ему нужно подготовить твое сердце, ему нужно подготовить твоего внутреннего человека. Он начинает тебя отделять, он начинает работать, он начинает допускать все эти обиды в твою жизнь. Я имею в виду, чтобы люди были несправедливы к тебе, чтобы люди не замечали тебя, чтобы люди, может, пренебрегали. Бог это допускает сверхъестественно, чтобы выработать твое чистое сердце, чтобы убрать все твои грязные мотивы, чтобы, несмотря на это, ты все равно сказал: а мне все равно, как они на меня смотрят, а мне все равно, что они обо мне думают. И просто поддаться этому процессу, просто начинать взрослеть. И тогда ты увидишь, когда пройдя этот сезон, ты уже будешь готов ходить в его славе. Ты уже никогда не возьмешь себе славу. Ты уже никогда не захочешь быть популярным. Ты не захочешь уже, чтобы там люди постоянно за тобой бегали, знаете, превозносили тебя. Потому что вот именно в этом сезоне одиночества твое сердце было изменено. Были вырваны оттуда все вот эти нечистые желания, вот эти все нечистые мотивы. И это то, что поэтому, если кто-то сейчас находится в этом сезоне, и вы чувствуете, что вы не поняты, или вас не слушают, вас не прислушиваются, ваше мнение, благодарите Бога, значит, ты взрослеешь. Бог за тебя реально взялся. Он что-то имеет для тебя. Ты выйдешь из этого сезона, и за тобой будут люди ходить. Но сейчас сердце пока не готово. Прочитаем Римлянам, 8 глава, 19 стих. Если у кого-то есть Библия, открывайте. Римлянам 8:19. Смотрите, что писал Павел. «Ибо все сотворенное Богом с нетерпением ожидает того времени, когда откроется, кто же Божьи дети». Знаете, я вот много раз этот стих читала. Я говорю: ну да, придет время, когда откроется, там невеста поднимется. Но вдруг мне тут одна мысль просто, она меня как укусила.
если, Пол, если Павел об этом писал в свое время, если он сказал, что, смотрите, апостолы, они ходили в огромных чудесах, они ходили в таких чудесах, что мы еще только об этом мечтаем, правильно? И в то же самое время он пишет, что земля еще не видела, даже в его время, с его чудесами, с этими знамениями, в которых они ходили, даже в его время, он говорит, мы еще не видели, и земля еще до сих пор ждет, когда же поднимутся эти настоящие. И я просто в меня врубилась, говорю, Господь, значит, аминь, это мы, это наше последнее поколение, и мы действительно будем ходить в еще больших чудесах, еще больших знамениях, чем они ходили. Если они этого ждали, находясь в этом, они еще ждали, то представьте, насколько это люди должны быть чистые внутри, с чистыми мотивами, без всякой жажды к власти, без всякой жажды влияния, чтобы Бог им мог доверить эту огромную власть. Потому что нам будет Бог давать власть именно судить мир. Помните, как у апостолов, когда грех заходил в церковь, вы помните, одно слово Петра, и их вынесли мертвыми за ложь. Вот такая власть будет у церкви, что люди будут умирать за это. Как он может дать такую власть людям, у которых еще свои личные амбиции, которые не могут поделить портфель, которые хотят, знаете, внимание все к себе? Как эти люди, как Бог доверить нам может вообще что-то большое? И я просто верю, что мы, аминь, я верю, что мы это поколение, я верю, что мы наконец-то разберемся с нашим детским садом, что мы просто наконец-то будем кричать, Господь, мы хотим Твоей славы на земле, мы не хотим внимания на себя, мы хотим, чтобы просто Твоя воля пришла, чтобы Твое царство пришло. И следующее, на чем я хочу остановиться, это четыре главных атрибута, в котором будет ходить церковь последнего времени. И для этого мы откроем книгу Иезекииль, первая глава. Очень интересное место. Тоже раньше его читала, вообще по-другому смотрела. Но сейчас какой-то новый сезон начался, Бог вообще по-другому начинает давать все видеть. Итак, Иезекииль, первая глава. Мы прочитаем сейчас. Здесь говорится о видении. Помните, если кто-то читал, видение Иезекииля, когда он видел этих четыре животных, четыре существа. Да? То есть, если вы как бы изучали или слышали проповеди на эту тему, то есть здесь говорится об атрибутах, как бы четырех атрибутах Иисуса, то есть четыре главных характера Бога. Но я верю, что это не только относится к Богу, это относится и к нам, потому что невеста, она подобна жениху. И то, в чем ходит жених, в том будет ходить и невеста, потому что они равны. Поэтому я 100% верю, что это также относится к нам. Итак, Иезекииль, первая глава. Мы начнем с 4 стиха. «Я, Иезекииль, видел вихрь, идущий с севера. Это была большая туча, из которой рвался огонь, и вокруг нее сиял свет. Она была подобна раскаленному металлу, сияющему в огне». Я хочу немножко остановиться на этом стихе. Я просто здесь вижу яркую картину, что вот Иезекииль, он именно как был этим, он представлял собой вообще поколение людей. И я верю, что в последнее время мы будем способны заглянуть, мы будем заглянуть именно в духовную сферу. Мы будем видеть, что Бог творит на небе, прежде чем мы это будем приносить на землю. Это то же самое, что делал Иисус. Прежде чем он вообще к чему-то прикасался, он смотрел в духовную сферу, что происходит там. И поэтому он был 100% успешен в своем служении. Поэтому я верю, это то, в чем будет ходить церковь. То есть он увидел видение, большая туча, рвался огонь, и он сразу понял, что происходит. 5 стих. «В середине ее я увидел четырех животных, они выглядели как люди. У каждого из них было по 4 лица и 4 крыла. Их ноги были прямыми, но ступни были парнокопытными, как у коров, и блестели, как начищенная медь». Вот здесь я хочу тоже немножко остановиться. А о чем говорят мне прямые ноги этих животных? Прямые ноги говорят о чистоте, о праведности, о правде. То есть это люди, которые ходят прямо. Они не ходят налево, они не ходят направо. Они сфокусированы только на одном. Они идут прямо. У них как бы одна цель. То есть это, вот вы можете примерно видеть, в чем будет ходить церковь. Это будет пол, это будет что-то очень, это будет очень посвященное поколение людей, которое не будет гнаться, знаете, там за желаниями этого мира, то, чем гонятся, в принципе, люди вокруг нас, за каким-то богатством, за каким-то успехом, за каким-то призванием. У нас есть одна цель, у нас есть один капитан, и мы идем прямо. То есть у них ноги были прямые. И вот интересное, смотрите,
И тут пишется, что они блестели, как начищенная медь. А в английском переводе говорится, что это была бронза. Что это за металл бронза? Если вы пойдете, если вы посмотрите духовное значение этого металла, оно обозначает суд, то есть праведный суд. И если вы прочитаете Откровение, 1 глава, 15 стих, где Иоанн увидел видение, когда Иисус пришел к нему в видении, там тоже описывается, что у Иисуса ноги были как начищенная медь, как начищенная бронза. То есть о чем это говорит? Что в последнее время Иисус придет как судья. Первый раз Он пришел искупить свою невесту, второй раз Он придет, чтобы судить мир. И здесь церковь также будет иметь ноги вот из меди. То есть у нас будет власть судить мир вместе с Иисусом. Но опять же, это может быть только доверено взрослым духовным людям, которые будут понимать законы Бога, которых желание будет одно не самим состояться, а чтобы Его царство состоялось на земле, чтобы авторитет был у Иисуса и помогать только делать все возможное, чтобы авторитет Иисуса рос в этом мире. Это то, что будет делать церковь. То есть она будет также выступать судьей. Это было с пророком Илией, если вы помните. Помните, он мог закрывать небо. Дождя не было, он мог открывать небо, дождь был. Также было с другими большими людьми в Библии. Да, первые апостолы, у них тоже это была власть. Итак, читаем дальше. 9 стих. Животные были соединены в местах соприкосновения крыльев. Как я это вижу? Они были соприкоснены. Это значит, это говорит о единстве. Церковь будет ходить в полном единстве. Они не будут ходить тот в свою сторону, тот в свою сторону, чтобы хапануть для себя побольше. Они будут в единстве. Один за всех, все за одного. Если ты вышел против меня, ты вышел против всех. Если ты сказал слово против него, ты сказал против меня. Знаете, что происходит в наших церквях? Если ты услышал слово про кого-то, и мы спешим найти побольше группу людей, чтобы рассказать ему, как этот брат или сестра залетели. Понимаете? И церковь никогда не может прийти к единству, и мы просим, чтобы Господь нас начал там что-то двигаться, чтобы слава пришла, чтобы огонь. Да если этот огонь придет, мы будем просто все уничтожены, знаете, этим огнем. Поэтому это будет церковь единства. Они будут стоять друг за друга, они не будут давать в обиду никого друг другу. Итак, 10 стих, ключевой. Смотрите, каждый из этих животных имело 4 лица. Впереди было лицо человека, справа лицо льва, слева лицо быка и сзади лицо орла. И вот мы сейчас разберем, что же это значит, что эти атрибуты значат. Итак, не случайно здесь первым упомянено лицо человека, то есть первое животное. Лицо человека. Если вы читаете Евангелие от Луки, Иисус был представлен в этом Евангелии как его человеческая сторона. То есть он, Бог, стал человеком, чтобы послужить людям, чтобы быть слугой. То есть Бог, он сбросил с себя все свои атрибуты неба, всю свою славу, все поклонение и стал слугой. Он стал самым низким, самым ничтожным из всех людей на земле. Он выбрал эту участь. И я верю, что это будет самое главное качество церкви последнего времени. Это смирение и желание служить другим людям. Опять же, знаете, я смотрю, как бы я вообще смотрю глобально, я не говорю, там не хочу никого тыкать пальцами. Мы смотрим как общую картину, что получается. Мы хотим, чтобы нас служили. Мы хотим использовать людей, чтобы нам подняться. Мы используем, чтобы нам как-то пробраться куда-то. У нас вообще как бы все вверх тормашками изменено. И если вы прочитаете Матфея 5 глава 3 стих, помните первая Нагорная проповедь Иисуса? Самые первые слова, которыми он начинал свою проповедь, он говорил: «Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное». Если вы читаете английский обширный перевод, Amplified Version, да? Смотрите, нищие духом – это люди, это смиренные люди, почитающие себя ниже другого. То есть Иисус начал проповедь именно с этих слов. И я верю, что здесь не зря Иезекииль увидел лицо человека именно эту человеческую сторону. То есть это будет самое главное качество. Церковь, которая ходит в смирении, церковь, готовая служить, церковь, готовая может сбросить с себя какие-то лычки, сбросить с себя какую-то популярность, если есть на это воля Бога, и если для этого есть воля, чтобы Бог прославился через это. То есть это самое необходимое, самое главное качество.
Это люди, которые не сравнивают себя с другими. Знаете, когда ты начинаешь понимать эти принципы, у тебя желание вообще уходит соревноваться с кем-то. Ты просто, мы должны понять, что мы не будем награждаться Богом за наше служение. Мы нашим служением мы не зарабатываем наш статус на небе. Все, что делает тебя ближе к Иисусу, и в чем мы будем, и чем мы зарабатываем наше место на небе, это нашим смиренным характером, нашим обрезанным сердцем. Знаете, нашим желанием служить друг другу, это то, что Бог ценит, это то, за что Бог будет вознаграждать. Смирение и желание служить друг другу. Следующее, он видит лицо льва, да? А лицо другого существа – это лицо льва. Кто такой лев? Лев – это царь зверей, да? И если вы читаете Евангелие от Матфея, то Иисус представлен именно в этом Евангелии как царь царей. Он то есть наравне со смирением церковь будет ходить во власти и авторитете. Знаете, мы, как наша человеческая натура, мы хотим второе, да, власть и авторитет, но мы не хотим смирения. Потому что смирение там, где тебе иногда поначалу тебя там никто не видит, тебя там никто не замечает, ты что-то делаешь тихонечко для Бога, и никому это не нужно, и ты уже сам себе спрашиваешь, а кому оно вообще нужно? Знаете, и кому от этого вообще польза? И мы хотим сразу власть, мы хотим признания, мы авторитет. Но мы должны понять, что второе не придет без первого. Пока мы вообще не смиримся и не сравняем себя с грязью, я имею в виду, а в каком смысле, что именно начинать любить вообще людей, знаете, больше, чем себя, начинать служить им, начинать просто искать, допустим, даже помочь кому-то подняться там ценой как бы своей позиции. Пока не придет вот это вот смиренное сердце, не придет никакого авторитета, никакой не придет власти. Только придет разочарование, придет боль, придет вообще какая-то депрессия. Вот, и никогда ты в жизни сам не поднимешься, никуда ты себя не поставишь, если это не сделает Бог. А единственный путь к авторитету и власти – это через смирение. И потом, когда ты войдешь туда, и когда, знаете, тебе действительно начинают писать письма, когда тебя везде просят приехать, твое сердце, оно уже никогда не возьмет себе славу. Потому что ты побывал в этом низу, ты знаешь, что это такое, ты знаешь, кто ты такой, ты знаешь, через что ты прошел, ты знаешь, ты помнишь это время, когда ты никому не был нужен, когда, может, тебе неделями никто не звонил, когда никто тебя вообще не замечал, и этот человек понимает, что, в принципе, кто я вообще такой. И потом через таких вот простых людей, как бы, и Бог начинает такие вещи делать, что потом, знаете, все, как бы, ну, рты раскрывают через него, через нее. Откуда это у этих людей? А потому что это все пришло через измерение, там, где никто их не видел. Итак, то есть опять возвращаемся ко льву, да? Мы будем входить в авторитете и власти. Я знаю, это было обещано, и это было насчет этого пророчества. Я знаю, что мы будем... Это люди уже ходили, кстати, были пробуждения до нас, люди уже в этом ходили. Но очень печально, что они ходили и потом заканчивали. Я верю, что перед приходом Иисуса это уже не остановится, это будет продолжаться и нарастать аж до самого Его прихода. Когда ты будешь заходить, и твое слово, одно слово будет менять атмосферу на улицах, городах. Одним словом будут болезни просто исчезать, одно возложение рук, и тебе не нужно там воевать и трясти этого бедного человека, там, знаете, там беса из него гнать. Одно слово спокойно, и бесы, они будут вылетать, как эти. Вот, придет авторитет и власть. Это обязательно в том, в чем будет ходить церковь. Третье. Он увидел лицо быка. Третье животное, то есть вола. Что представляет собой вол? Волы в Ветхом Завете использовались вообще-то для жертв. И поэтому Евангелие от Марка раскрывает нам сторону Иисуса, что он был жертвой, что он был именно агнцем, который был заклан за нас. Смотрите. Во-первых, как это к нам относится? Церковь будет добровольно жертвой. Это жизнь добровольной жертвы. То есть ты уже понимаешь, что моя жизнь – это не насчет моих желаний, это не насчет какой-то моей мечты, это не насчет каких-то моих амбиций. То есть я добровольная жертва. Сегодня я живу здесь, а завтра я могу вообще переехать туда, потому что мне Бог сказал туда ехать. Может,
в любой 3 часа ночи тебя может быть разбудить звонок, и кто-то жизнь самоубийством заканчивается. И тебе нужно отлипать от этой мягкой подушки и теплого одеяла, собираться, протирать глаза и ехать туда, куда нужна помощь. И ты понимаешь, что ты уже не живешь для себя, ты уже живешь для того, чтобы исполнять Его волю, чтобы нести Его слово, нести Его царство. Это жизнь добровольной жертвой. Ты добровольно выбираешь, может, не участвовать в каких-то мероприятиях. Ты добровольно отказываешься в каких-то удовольствиях, в которых все себе позволяют. И люди начинают даже косо на тебя смотреть. А ты что, лучше нас? А ты что, лучше нас? Типа мы все верующие, мы все в церковь ходим, мы все этим занимаемся. А ты что, тут у себя святого решил построить? Да, как решил построить, но потом посмотрим, когда придет его слава, и потом все, где будут все остальные, которые просто ходят в церковь и позволяют себе все. Все, или и где будут те люди, которые, знаете, себе поставили жесткие рамки, поставили себе жесткие стандарты, и где потом вот эти люди? И посмотрим, кто кому будет бежать за помощью, когда придет настоящая тряска. Поэтому это жизнь добровольной жертвы, это то, что представляет собой черта этого быка, черта вола. Другая черта, особенность вола, это волы были, это работящие животные, да? На них пахали поля, то есть и это были рабочие. Поэтому церковь, сразу приготовьтесь закатать рукава. Это статус церкви, статус власти. Это не то, что за тобой на лимузине будут постоянно приезжать и привозить на конференции. Знаете, там портфель за тобой носить. Это люди, которые рабочие, знаете, которые самые простые люди. Когда нужна помощь, мы уже говорили, он будет бежать и идти, где нужна помощь. Это люди, которые не живут для себя. Вот. И поэтому церковь это не та, которая просто сидит, знаете, и каждое воскресенье проповедями наслаждается. Это церковь, которая идет домой и начинает что-то делать. Она начинает завоевывать людей для Бога. Неважно, каким образом ты это делаешь, но ты не сидишь на месте. Ты знаешь, что жених идет, Иисус идет, и я подготавливаю землю для Его царства. Каким бы образом ты это ни делал, ты постоянно в работе, ты постоянно в процессе чего-то. Но опять же, когда тебе должен, опять же, ты должен это делать с правильным сердцем, не потому что ты решил заработать, знаете, статус у Бога, но потому что ты знаешь, у меня, это как бы моя роль, это мое призвание, и я должен это делать, пока Иисус не придет. То есть эта церковь не будет ленивой, эта церковь будет работящей. И следующее, последнее, говорится, это было лицо орла. Если мы читаем Евангелие от Иоанна, Иисус, там именно была раскрыта эта сторона. Что вообще значит сторона орла? Что с тобой вообще представляет орел? Вообще орел – это птица, да, которая летает выше всех, у которой зрение острее, чем у любого животного на земле. И мы, как невеста, мы будем входить в те сферы, которые мир не имеет доступа. Мы будем входить в пророческом помазании. Мы уже начинаем в это входить, но я знаю, что это распространится еще больше не на отдельных личностей. Я знаю, что мы, как церковь, мы все в это войдем. Мы, все тело это войдет туда. Бог будет нам давать всем эти видения. Мы будем входить в трансы. Мы будем видеть этот, мы будем иметь этот дар развлечения в духовном мире. Для чего? Потому что таким образом мы можем приносить волю Отца на землю. Таким образом мы будем смотреть, что происходит на небе, чтобы это воплощать на земле. То есть пророческое помазание – это то, в чем будет ходить церковь. Мы и для этого, опять же, это жизнь жертвы. Опять это наши мотивы личные. Мы должны умереть для себя. Мы должны умереть для наших желаний. Мы должны умереть для каких-то, знаете, желаний продвинуть себя, засветиться где-то, там, получить какую-то власть. Только таким людям Бог доверит именно видеть в духовном мире. И получать какие-то особые откровения, какие-то особые знания, которые никто не имеет. И я верю, что в последние дни, я знаю, что дьявол, он готовит свою серьезную армию, сверхъестественную армию, сколько вот почитайте вообще, что происходит в новостях, вот именно вот эти вот ученые книжки почитайте, сколько уже сейчас производится и клоны, и, ну, что, и людей зомбируют, то есть конкретно, вот эти, опять же, нефалимые темы, которые мы недавно слушали. Дьявол реально готовит свою армию. И поэтому церковь, которая не будет видеть в духовном мире, что Бог делает, она просто будет уничтожена силами тьмы. То есть мы должны понять, что каждый из нас, мы должны ходить в этом пророческом помазании. Неважно, в какой той или иной мере. Кому-то больше, кому-то меньше. Но каждый должен войти туда, и каждый должен научиться увидеть именно, что происходит в духовном мире.
Вот, это то, чем я хотела поделиться. Значит, дальше читаем 12 стих. Мы завершаем его видение. Он пишет: «Они двигались, не поворачиваясь, туда, куда был направлен их взгляд. Они шли туда, куда их вел ветер». Мы на этом быстро остановимся. Опять, о чем это говорит? Что с тобой вообще представляет ветер? Ветер — это Дух Святой. Помните, мы должны с молитвой: «Ветер Духа Святого, чтобы Дух Святой повеял». То есть эти люди, которые ведомы только Духом Святым, они ничего не делают от себя. Они не служат от себя, они не говорят от себя, они только двигаются за Святым Духом, куда их Дух не пошлет. И я верю, что это... И вот когда мы станем единственным, просто, знаете, одним целым с Духом Святым, когда Его желания станут нашими желаниями, когда мы полностью просто начнем как бы искать Его воли, тогда... И это то, чем заканчивается книга Откровения, когда невеста и Дух, они говорят: «Приди». И тогда, когда невеста стала одним с Духом, Иисус просто приходит с небес, и наступает Его тысячелетнее царство. И я верю, что мы входим в этот сезон, где мы... Вы вообще готовы меняться? Вы вообще хотите, чтобы стать, как бы, знаете, одним с Духом, и чтобы Иисус уже быстрее пришел? Поэтому чем дольше мы будем возиться, знаете, с нашими какими-то детскими амбициями, чем больше мы будем сопротивляться о работе Бога, тем дольше это возьмет время. Но тем не менее, хотим мы не хотим, Иисус придет, и Он уже идет, и мы уже много пророчеств об этом слышали, но у нас еще много работы. У нас еще много работы, как у церкви. Поэтому я вас просто призываю, давайте мы сейчас поднимемся, и мы будем молиться. Мы будем молиться, чтобы просто Бог подготовил нас. Подготовил нас как церковь, чтобы мы просто разобрались с нашим внутренним миром. Просто сейчас каждый знает, что его сейчас еще удерживает. Каждый знает, что его сейчас тормозит. Просто скажи это Богу. Просто скажи это честно Богу. Чтобы Он просто помог тебе измениться. Чтобы Он просто ввел туда, там, где ты должен быть. Просто попроси прощения у Бога, если ты еще гонялся за какими-то амбициями, если ты что-то искал еще для себя. Потому что идет, знаете, когда, вот опять же, возвращаемся к еврейской свадьбе, когда жених возвращается, очень часто жених у них возвращался ночью. Почему-то вот у них такой вытяж, жених возвращался ночью. И трубила труба. И невеста должна была быть готова в любое время идти за женихом. И потом у них наступал пир на 7 дней. То есть невесту забирали, и 7 дней у них шла свадьба, у них шла гулянка. Я знаю, что когда Иисус придет за нами уже, у нас будет свадьба. 7 лет. Откровение говорит, что будет свадьба 7 лет, а за ним тысячелетнее царство. Это то, ради чего мы живем. Это то вообще, ради чего существует церквя, служение. Это то, ради чего мы с вами родились. Чтобы подготовиться к свадьбе с женихом, чтобы стать настолько чистыми, настолько едиными к ним, чтобы быть готовыми царствовать именно в это тысячелетнее царство. Поэтому мы просто будем молиться, чтобы Бог поднял эту невесту, чтобы Он поднял этих людей, которые вообще не похожи ни на кого, люди, которые полностью отданы, проданы Ему, люди, которые вообще не гонятся, знаете, за своими желаниями. Просто давайте будем молиться. Просто высвобождать этот дух, знаете, правильный дух, дух Иоанна Крестителя на наше поколение. Отец, Иисус, мы просим Тебя, высвободи, Господь. Высвободи свой дух в церковь последнего времени, Отец. Высвободи свой дух, высвободи свой огонь, Иисус. Мы верим, Отец, что придет, Господь, во время, когда невеста войдет в полноту, когда церковь наконец-то поймет, для чего она была рождена. Я верю, что мы войдем в это время, Господь. Мы войдем в это время, и мы уже идем туда, Господь мой. Подготовь Твое тело. Подготовь Твое тело, Господь. Подготовь наше мышление, Отец. Измени наше мышление, Господь. Мы разрушаем наше рабское мышление. Мышление наемников, мышление рабочих, Господь. Но это невеста, которая будет полностью влюблена в Тебя, которая будет только идти за Тобой, Господь, и которая внимание будет только все на Тебя, Отец. Мы разрушаем, Господь мой, мы разрушаем все, что удерживает церковь, Господь, от познания Тебя, Отец. Мы разрушаем все соревнования, мы разрушаем всю жажду к власти, Господь, мы хотим чистоты. Мы жаждем чистоты, Господь. Мы жаждем чистоты, Господь. Мы готовы идти, Господь, куда Ты скажешь, Господь. Мы просим Тебя о единстве.
Высвободи единство в Твое тело. Высвободи единство в Твое тело, Господь. Полное единство, Отец. Полное взаимопонимание, Господь. Мы просим Тебя об одном сердце. Об одном сердце и об одних мыслях, Господь мой. Мы просим Тебя, Дух Святой, трансформируй церковь последнего времени. Трансформируй, Господь, подготовь нас, Отец. Подготовь нас к Твоему приходу. Мы ждем Тебя. Мы ждем Тебя, Господь. Мы ждем Тебя, Отец. Мы ждем Тебя, Дух Святой. Мы ждем Тебя. Мы ждем Твоего прихода, Господь. Мы не дождемся, Господь, когда мы будем царствовать с Тобой, Отец. Мы не дождемся, Господь. Поднимай свою церковь. Поднимай ее, Господь. Собирай ее, Отец. Собирай ее, Господь. Тех, которых невозможно подкупить. Тех, кого невозможно уговорить. Тех, которые не пойдут на сделку со врагом, Отец. Поднимай этих чистых. Поднимай этих бескомпромиссных, Господь. Поднимай, Господь. Поднимай свою церковь. Поднимай, Господь. Мы входим в новое, Отец. Мы оставляем все наши старые понимания. Мы входим в новый сезон, Господь. В сезон Твоей славы. Мы входим в сезон Твоей славы, Отец. И мы обещаем, Господь, не противостоять Твоей работе. Работай над нашим сердцем. Вычищай все, что Ты хочешь вычищать, Господь. И вкладывай все, что Ты хочешь вкладывать. Вырезай из нас все нечистое. Вырезай из нас всю эту нечисть, Господь. Мы хотим Тебя. И мы хотим, чтобы Твоя слава распространилась. Отец, наша страсть, Господь, наша мечта увидеть Твое царство на этой земле. Так же, как это было Твоим желанием, когда Ты ходил по земле, Иисус. Это наше желание. Это наша страсть, Господь. Увидеть движение небес на земле, Господь. Увидеть пробуждение, Господь. Увидеть трансформацию нашей нации, Отец. Мы хотим видеть трансформацию вокруг нас, Господь. Мы не здесь, чтобы просто играть в церковь. Мы не здесь, чтобы просто собираться, Господь. Но мы здесь, как одно тело, как одна семья, Отец, чтобы делать Твое дело. Делать то, до чего Ты призвал нас. Занять то место, которое Ты приготовил для нас, Иисус. И прославляй Твое имя. Прославлять Твое имя. Это то, для чего мы здесь находимся. И мы не хотим ничего другого, Господь. Мы не хотим другой жизни. Мы не хотим другой жизни. Это то, для чего мы живем. Это то, для чего мы живем, Господь. Подготовь свое тело. Подготовь свое тело, Отец. Подготовь свою невесту. Подготовь свою невесту. Подготовь, Господь, ту, против которой не устоит никакого оружия. Никакого оружия дьявола не устоит, Отец. Это будет что-то не от этого мира. Это будет что-то наделено такой славой, таким авторитетом. И в то же самое время такой любовью и смирением, Отец. Что эта любовь, она будет просто сражать все. Эта любовь, которая будет вытекать из церкви, Отец. Она будет побеждать все, Отец. Она будет менять атмосферу. Она будет менять города, Господь. Твоя любовь, Господь. О, помоги нам всем это понять. Помоги нам наконец-то всем это понять, Иисус. Что мы здесь не для себя, Отец. Мы здесь не для себя. Мы здесь ради Тебя, Господь. Ради Тебя. И когда Ты придешь на землю, Отец, во второй раз, когда Ты вернешься со своей церковью, мы хотим быть найденными верными Тебе, Отец. Мы хотим, чтобы Ты пришел и увидел нас в верность, Господь. Чтобы нам не стыдно было смотреть Тебе в глаза, Иисус. Но чтобы мы просто ждали Тебя, Отец, с распростертыми объятиями. Быть готовыми встретить Тебя, быть готовыми царствовать с Тобой навечно, Отец. Это то, кого Ты готовишь в последние дни. Спасибо Тебе, Отец. Мы готовы уплатить цену. Мы готовы быть непонятыми. Мы готовы быть непризнанными, Отец. Чего бы это ни стоило, Иисус. Но мы смотрим дальше, Господь. Мы смотрим дальше, Господь. Мы просто смотрим дальше, Господь. Мы смотрим в Твой вечный план, Отец. Это все, что имеет значение. Это самое главное, Отец. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Мы наслаждаемся, Господь, теми, которыми Ты нас сделал, Иисус. Мы наслаждаемся той позицией, в которой Ты поставил нас. Неважно, она большая или маленькая, Господь. Я знаю, Господь, что в Твоих глазах нет больших или маленьких позиций. Все, что в Твоих глазах есть, это правильная или нечистая сила.
для себя. И мы хотим быть точно такими, как Ты. Точно такими, как Ты. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Спасибо. Спасибо, любимый наш. Спасибо. Спасибо Тебе за новое поколение, которого еще не видел мир. Оно идет, оно поднимается. Да, сейчас их может не видно. Сейчас они, может, сидят и занимаются, знаете, маленькими делами. Их сейчас не видно, этих людей, может, которые там где-то в тишине, которые там где-то в одиночестве, они работают над собой, работают над своим характером, знаете, работают. Но когда придет его движение, вы увидите, что эти люди, которых никто их не видел, вы увидите, как будет Бог их поднимать. Вы увидите, какая власть будет доверена именно этим людям, которых меньше всего заметно, может, сейчас, которых вообще не видно, может, сидят на задних лавочках, но никто не знает, что сейчас происходит в их сердце. Никто не знает, что их просто их одно желание — это просто удовлетворить Бога. Именно этих людей будет поднимать. И это время очень близко. Это время очень близко. Мы уже почти там. Поэтому я вас хочу поощрить. Не теряйте это время. Не, знаете, не занимайтесь просто чем попало. Не занимайтесь. Просто хочу поощрить всех. Давайте перестанем гнаться за какими-то позициями. Работать над сердцем. Работать над внутренностью. И просто готовиться к Его приходу. Готовиться к Его движению. Готовиться к последнему урожаю последних дней. Я еще вас просто поощряю действительно культивировать свои личные отношения с Ним. Потому что прошло время, когда мы приходили, знаете, и все, чему мы учились, это от пастырей. Да, это хорошо слушать слово пастыря, это хорошо получать какие-то откровения для себя, но это не должно уже нами двигать, мы не из-за этого должны расти. Просто сейчас этот сезон, который Бог переключает все на твою тайную комнату, получать наши большие откровения, мы там будем получать всю нашу силу. И когда мы будем приходить в воскресенье, мы будем просто слышать еще это подтверждение от нашего пастыря. И поэтому мне жалко людей, которые, знаете, приходят в церковь и говорят: о, мой пастырь меня уже духовно не кормит, мой пастырь не дает духовной пищи. Да мне жалко тебя, если всю жизнь ты будешь получать пищу только от своего пастыря. Мне жалко, если ты собираешься вот так сидеть всю жизнь на лавочке и только питаться от своего пастыря. Бог нас взращивает, чтобы мы питались от Него. Питались из Его рук, питались из Его сердца, все вместе. С нашими пастырями просто делали, шли одно дело. Просто пусть Иисус Бог благословит, и я надеюсь, что мы войдем с вами все в этот сезон, и мы будем готовы для того, что идет сюда. Пожалуйста, мы раздадим конвертики, у нас будет уже пару объявлений. Если у нас сегодня новые люди, тот, кто первый раз у нас в церкви, посетил нашу церковь, поднимите руку, мы хотим вам сделать подарок от нашей церкви. Ашера подойдут к вам. И они дадут вам маленькую голубую карточку, которую заполните. Там буквально basic информация, которую мы хотим узнать о вас, как вы узнали о нас, и хотите ли вы связаться с нашим пастором, встретиться. У нас встречи такие проходят раз в 3, раз в 4 месяца. Пастор встречается с новыми людьми. Если вы имеете такое желание, вы можете отметить там. Мы свяжемся с вами, позвоним вам, и вы будете приглашены на эту встречу. Есть ли у нас еще новые люди? Нет? Все хорошо. Хорошо, церковь, давайте будем жертвовать. Жертвовать на дело Божье, жертвовать на распространение Слова Божьего. Потому что то, что мы здесь слышим, то, что мы здесь видим, это маленькая-маленькая частица того, что происходит во всем мире. И вся информация, все слово, которое идет через Transformation Center на мир, это, конечно же, все оплачивается. И мы знаем, что оно приносит огромный плод. И та частица вашего вклада, она принесет огромный плод и огромную жатву Божью. Так же самое я обращаюсь к виртуальной церкви. Если вы хотите пожертвовать, если вы хотите благословить Transformation Center, вы можете на сайте найти кнопочку «Доллар», нажать и выбрать любой метод пожертвования.
и благословить Transformation Center, благословить Божье дело, которое делается через Transformation Center, через пастора Андрея и его команду. Если вы жертвуете чеком или наличными, вы можете на конверте написать на чеке TCCI или Transformation Center, так же самое на конверте. Это будет вам списано в таксу в будущем на этот год. Только не забывайте писать вашу фамилию и имя, не только имя. Пожалуйста. Хорошо, это все? Давайте мы благословим пожертвование. Просто протяните руки. Господь, я благодарю Тебя за каждую копейку, я благодарю Тебя за каждый доллар, благодарю Тебя за каждое открытое сердце, которое Ты, Господь, влаживаешь. Это желание жертвовать на Слово Твое, жертвовать на жатву Твою, жертвовать на работу Твою. Господь, я прошу Тебя, пусть все руки дающего, Господь, которые жертвуют, которые отдают десятину, которые заключили с Тобой завет в этих вопросах, пусть эти руки, Господь, и эти семьи будут наполнены Твоими благословениями, будут наполнены, Господь, Твоим изобилием, Господь, потому что Ты верен Своему Слову. Ты, Господь, Тот, Который сеешь, Господь, Ты Тот, Который даешь, Ты Тот, Который благословляешь. И я благодарю, Господь, Тебя за каждого дающего, Господь, что Ты открываешь сердца, что Ты благословляешь, что Ты даешь, Господь, по нашим нуждам, даешь по нашим, Господь, по нашему сердцу и даешь потому, Господь, как мы хотим видеть Тебя, как мы хотим слышать Тебя, как мы хотим наполняться Тобой. Спасибо Тебе за благословение. Спасибо Тебе, любимый.